Эх, ребят, очень грустно, было приятно с вами работать, грустно, что сундук закрывается. Здорово всем, ребята, Кент пока на проводе, и в последнее время многие из вас начали мне писать, мол, Кентуха, стендов закрывается, что же делать? А все из-за того, что подняли очень большой резонанс одной новостью. Что же это за новость, я вам сейчас все расскажу, но вы, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы начинаем. Ребятки, это видео будет своего рода разговорным, поэтому можете присесть поудобнее, как вам удобно, и просто внимательно слушайте. Я сегодня просыпаюсь, и мне в ВК начинает присылать очень много новостей по типу, Кента, пока стендов закрывают, срочно, ты это видел, что ты скажешь, стендов закрывают, и знаете по какой причине, мы еще будем в шоке, якобы стендов не окупаемый проект, и разработчики работали все это время в минус, и плюс из-за того, что не уходит обнова, у них сильно просели онлайны, и они просто решили закрыть проект стендов 2, ну а теперь давайте обо всем этом поподробнее. Ну а теперь внимательно слушайте текст, который пришел мне и который многие из вас уже видели. Эксель Болт ответил, теперь мы знаем точную дату закрытия стендов 2. Это обновление 0.16.0 и оно будет финальным. После этого апдейта мобильные шутеры стендов больше никогда не будут обновляться. Наша компания Эксель Болт занялась вопросом закрытия стендофа. К сожалению, спешим расстроить всех фанатов, это будет последнее обновление, и после него никогда игра не будет обновляться. В обновлении 0.16.0 уберут кейс из Furious Collection навсегда, и вместо него будет добавлен новый кейс. На этом все, спасибо за проведенные года вместе. Вот такой вот мне текст сегодня отправили с утра. Ясен пень, я просто офигел. То, что офигел, это ничего не сказать. Ребят, честно говоря, я в такие вещи не верю, ну типа я уже вырос, я как бы умнее всего этого, но это было насколько реалистично, насколько много где-то форсили, что я реально сам поверил, и я даже написал одному из около и спросил, братан, что это, потому что, ребят, я реально начал переживать за нашу с вами игру. Притом, учитывая, насколько часто выходит обновление, я даже начал потихонечку верить в это, потому что, ну блин, типа, разработчики вообще забили на игру, и, наверное, они вообще ничего не делают. Вот так вот я лично подумал, думаю, типа, это последнее обновление, срубят бабла и закроется. Но это всего лишь были мои догадки, потому что наш с вами стендов... Хорошие новости, барабанная дробь не закроется. Мне ответил один из около, пишет, Кентуха, ты чё? Писнуть его, говорит, как ты мог вообще в это поверить? Я говорю, братан-то, я, блин, реально думал, ну а вдруг это правда? Ребят, на самом деле стендов не закроют и никогда не планировали закрывать, потому что это хороший проект, это одна из самых популярных игр. Честно говоря, для меня до сих пор остается загадкой, почему обновление выходит насколько редко в такой крупной и масштабной игре. Как бы это смешно ни звучало, но я даже рад, что игроки делают такой хайп, потому что игра умирает, хоть что-то, хоть такой хайп, возможно, хоть чуть-чуть, не знаю, какой-то ажиотаж бы в игре, хоть что-то интересное. Например, было прикольно, когда типа TikTok сделал, что его похитили. Реально, во всем комьюнити был такой небольшой фурор. Ну а сейчас просто ничего нового не происходит, стендов просто-напросто умирает, и мне очень грустно на это смотреть. Поэтому, ребята, я не знаю, напишите ваше мнение, вот прямо сейчас вы играете в стендов так же само, как и раньше, или, возможно, вообще в него не играете. Пожалуйста, напишите ваши комментарии, я не просто прошу, я реально буду читать, для меня это очень важно, для моей личной статистики. Так что, ребятки, если вам когда-либо ваш друг скинет какую-то запись, типа стендов закрывается, скажите ему, сынок, ты прикалываешься? Стендов один даже не закрыли, то есть это игра, в которой обновлений нету, не знаю, уже, наверное, более года. И даже эту игру не закрыли, разработчики до сих пор ее поддерживают, и в стендов 1 можно до сих пор играть, хотя я не знаю, кто вообще в это играет, если есть стендов 2. Поэтому, ребята, мой вам совет, не верьте никогда фейкам. Прямо сейчас хотел бы с вами немножко поговорить касаемо даты выхода обновления, потому что многие из вас пишут, мол, обнову опять задержат. Нет, ребята, в этот раз обнову не задержат, потому что я, ну, насколько я общался с разработчиками, я понял, что они понимают то, что обновление не было пипец как долго. Более 7 месяцев, а то и 8, мы реально не видели нормального годного обновления, поэтому разработчики тоже это понимают, поэтому, скорее всего, как только Furious Collection выходит на рынок, а это получается, грубо говоря, через неделю, то сразу с этого момента, в течение пары дней, должна выйти обнова 0.16.0, потому что стендов 2 просто-напросто еще не доживет. Я просто не знаю, как у других ютуберов, но лично у меня все просело, поэтому я даже не знаю, даже задумаюсь, возможно, перейти в другую игру. Я не знаю, ребят, напишите вообще, в какие игры играете вы, прямо сейчас в комментариях напишите, пожалуйста. Ну а прямо сейчас давайте немножко поговорим с вами о хорошем. Разработчики нам всем обещают с выходом нового обновления, с началом нового сезона подарить подарочки.
Притом вы сможете получить подарочки не просто за ММ, да, что у вас там высокий ранг, а еще и за клановые войны. Поэтому, ребята, если у вас есть клан, если, не знаю, если у вас есть хороший друг, быстрее бегом в ММ, бегом в клановые войны, поднимайте максимально высокий ранг, получайте крутые награды в новом обновлении. Разработчики выложили пост и прикрепили к нему вот такой вот скриншот. Что же это такое? Это, ребят, награды за ваш ранг. То есть, если вы бронзовый, вы получаете такую награду. Если вы сильвер, такую. Если вы голд, то такую. Если феникс, рейнджер, этот. Если элита, то такую. Если легенда, то вы получаете самую блатную награду. Это брелок аркана. Да, ребят, это брелки. И если я не ошибаюсь, я вряд ли ошибаюсь, то эти брелочки даже можно будет продавать. Ну, а теперь немножко поговорим с вами о клановых войнах. Вам всем интересно, кентуха, а зачем же вообще надо качать ранг? Потому что разработчики пообещали, что вы сможете получить памятную награду. Поэтому берите ваших друзей. Я уже лично начал калибровать наш клан. Уже мы получили ранг даже. Берите ваших друзей, все добавляйте в клан и начинайте получать максимально высокое звание. Потому что, возможно, в конце сезона вы получите даже гитбокс. А с этого гитбокса сможете выбить Nameless коллекцию. Да, шанс очень маленький. Но, тем не менее, шанс тоже такой есть. И не стоит это скидывать. Ребятулечки, прямо сейчас прожимаем лайки, подписываемся на канал КентПК и пишем ваше мнение по поводу всей этой ситуации с стендов. Оно очень важно. Всем удачи, всем пока.